частный инвестор вкладывает деньги в коммунальную сферу и потом на протяжении определенного количества лет, в данном проекте на протяжении 10 лет с достигнутой экономией возвращает эти средства. То есть, соответственно, мы, не вложив ни копейки средств в эту школу, в модернизацию, получили и объект энергоэффективный, полностью утепленный, и получаем в итоге экономию средств. Инвестор прочистил систему отопления, создал новую вентиляционную систему. Сейчас будет утепление полностью чердака. Старое потребление после определенных мероприятий по энергоэффективности, новое потребление, разница, экономия.